сейчас вам расскажу, как все было. Здесь произошла сеча на реке Калке, но, точнее, потому что, видите, всех убрали, кровь уже вытерли. Кровавый Путин пришел и вытер всю кровь. Здесь, на вот этом месте, была линия Донбасс-Луганск. И наши граждане, ну, смелые россияне, я даже думаю, что это были русские. Ну, Путин-то не всех убил, когда это сделал свое кровавое месиво здесь, ну, ГУЛАГ там и так далее. И они вышли, эти смелые витязи, и противостояли жовто-блокидной опасности, в которой в количестве 20 человек, вот здесь представлено перед вами. Ну, вот они, эти, конечно, их побольше, они победили наших людей, и наши отступили смело. Хотя, конечно, ну, провоцировали их на беспорядки, на житье шин там, и так далее, разбивание головой, ножками стульев там, и так далее. Ну, как это обычно бывает в развитой европейской демократии. Ну, вы все это знаете, без меня лучше. Вот, и эти люди, когда донбассы, они обвиняли украинцев в том, что они за деньги вышли. А украинцы-то, они хитрые, они заранее все ответы придумали и сказали, знайтесь с нами, деньги получите. Ну и вот, и наши смелые люди, они ушли в освояси, не солоно хлебавши, и проиграли эту битву. Вот, Украина победила. 1-0.